встречаю. А вот теперь, когда у него есть возможность двигаться, и я заканчиваю свое движение, он опускает палец. Сейчас. Я не стою на колени. Потому что очень опасно для меня. И потом делаете болячку. Но у партнера есть другая рука. Пока вы болячку делаете, пока еще что-то не сразу получилось. Поэтому, пожалуйста, один из вариантов. И вот отсюда уже идет перехват на сам котагенис. Поднимается его подбородок и делаем кокюху. Можете сделать асай, ноги в пресс. Вот. Но сейчас важно не сколько ног. Важно, как вы меняетесь. Двигаешься в меня. Еще. Шаги. Да. И поднимать хочешь. Отсюда удобно. Да, вот сюда двигаешься. Выталки. И теперь, когда мой партнер выталкивает, голову убирайте. И здесь вот эту локоть, колено, то есть извиняюсь, видно. Thank you.
дает. Завернем. Сейчас я покажу только ноги. Раз. Просто вход от шумен сразу. Вот эту точку раскрутили. Вот, видно? Раскрутили для того, чтобы лучевая кость, которая находится в районе большого пальца, вы ее открыли. И теперь ее атакуете. Вот эти. Вот развернули. И вот эту точку атаковали. Здесь у вас санкю, сейчас у вас здесь йонкю. Теперь мне нужно спрятаться за ним и перед своим центром. Что на ночи? Смотрите, если вы будете такие смелые, что на Сашку подойдете вот так, то у него вторая рука есть. Опять же, ура! Если вы подойдете вот так, у него опять та же рука хорошая, рабочая. Здесь вы работаете. Пожалуйста, сейчас давайте уберем движение вперед, оставим его, ну да, тем более. Да, второй вариант, что вот так вот тоже очень опасно. Даже если вы первое движение сделали правильно, потом пошли на него с открытыми. Поэтому пам-пам, закрытые. Работаете с солнечным сплетением. Не работаете выше головы, скажем так, сегодня Сашки. Пожалуйста, поменяйте партнеров. Спасибо. Вот в это положение встаете. После этого. Пока стой. Ты стоишь крепко. После этого начинаете скручивать бедра. Ты отдаешь. Вот так на выдохе. Вот.
потом забрали голову и вместе с головой уже идет движение. Просто скрутка идет. То есть, ну, обязательно это делается с кудзуши. Сейчас так не делайте, лучше добавьте побольше перемещений своих. Вот в этом. Еще раз. Выровняем направление. И в этом направлении шагнем. Здесь нога встала, забрали все, поднимитесь. Ай, давайте. Шумен, встречу на ура, я отходил вот сюда. Видно? Теперь я отхожу примерно так же, но при этом удираю ногу. Сделайте это в одно движение. У вас получится это движение. Делать просто отшагом назад. Вам не хватит, вот здесь, в лучшем случае, вот так везде. Вам все равно нужно будет за него выйти. Поэтому отшаг маленько в сторону, а потом уже сюда. Прогнули. Вот он в состоянии. И здесь уже вот. Второй вариант шума. Сейчас. Вперед. И вот вес тела я сейчас переношу на впереди стоящую ногу. Не забираю. Отшаг тот же самый начинается. Давайте маленько сделаем вместе. И здесь мне нужно войти. Еще один вариант. Плечо в плечо. Сопротивление. В этот момент как раз вы можете зайти за партнера и уже начать работать именно с ним. Сопротивление. Ту рука. Теперь. Вот эта точка, где у вас происходит сопротивление, вы ее оставляете, у вас начинает обволакивание его. И вот здесь начинается сбив. Здесь подъем и уже дальше. Раз, два,
я все время вывожу его голову, забираю его голову. Больше мне от него ничего на самом деле не нужно. Поэтому, чтобы вы не привыкали к тому, что кто-то большой, кто-то тяжелый, сразу посмотрите на его голову. А, голову. Я понял. Будет тот же самый, то, что касается его меня. То, что касается второго. Своим центром. Не тащите его за собой. Вот ваше движение. Вот он. Плаваете. Плавает, правда, маленько по-другому. Но принцип направления. Если колено останется, оно будет опасно, опять же, как для вас, так и для вашего партнера. Плюс вы не до конца опустите свой центр. Вот это положение. А здесь еще добавляем. Я сейчас ударение ставлю на тех особенностях, которые присутствуют именно. Если я буду делать вот так, опять же я встречусь со второй воротом. Поэтому важно, чтобы вы сделали разворот его корпуса. Начнете этой рукой защищаться, например. Вот так, хоба, я защитился, потом спасся. Но проблема в другом. Комплекция у него. Еще посмотрим с этой. Раз. Вот смотрите, вот эта нога у меня сейчас отходит, встает в это положение. Он сейчас сделал подшаг, но на самом деле мне нужно вот это примерно ощущение. И вот когда я вот чуть-чуть почувствовал, что задняя нога оторвалась, я перемещаюсь вот сюда. И тем самым ту руку уже от себя убрал. Продолжаю. И все время нахожусь за его спиной. Более подробно я все время стараюсь находиться как можно дальше от его свободной руки. То, что касается ура. Рука, большой палец видно, где находится. Сверху. Вот так, если будете работать. Ну, другая техника. Теперь отходите. Бедра разворачиваются.
И опять штук его центра. Вот это защита, вот это встреча. Не делайте вот так. Вы открылись, да, не суть важна. Вы почему-то, либо очень ваша грубейшая ошибка, что изначально сразу пытаетесь поймать эту руку, и потом вроде как что-то с ней делать. Привыкните все-таки, что ваш партнер сильнее, грубее здесь. Сейчас как вариант, я вам его дал, он существует, он никуда не делся. А. Сюда. Все, все хорошо. Крепкая рука. Опять же, я хочу поднять, он мне не даст. Поэтому в районе плеча вы ее забираете, накручиваете, и уже потом подходите. Они как бы одинаковые для двух вариантов. Игорь тоже спрашивал. Три варианта у вас существует. Котагаеси и Гериминами. Они отличаются вот этим. Первый. Стандартный. Пекумен. Раз. Два. Пошел Гериминами. Раз, два, пошел копигайся. Второй вариант. Эти кумен. Раз, два, пошел элиминай. Раз, два, пошел копигайся. Третий вариант отличается входом. Раз, два, переминай. Раз, два, попыляйся. Либо что такие? Там вопросы по аттестации есть у кого-нибудь? У нас сейчас, ну, 5 минут еще, чтобы мы не выдохлись. Есть кто-нибудь? Я причем смотрел на него. Мне интересно. Два варианта там. Ну, на самом деле один нужно показать. Да. Показать нужно один. Почему? Потому что в последнее время его показывает Огнян Кременович. Вам нужно вытянуть заднюю ногу. Делать фотогаэси. Огнян Кременович иногда делает это более жестко. Да? То есть когда скрутка идет вот именно на фотогаэси. Вот этого на аттестации будет достаточно сейчас. Нижнюю ногу почему? А? Нижнюю почему нельзя? Нету движения. Шаги еще шаги. Нет, вы. На ближнюю ногу. У нас вся техника начинается с того, что мы вытягиваем и начинаем работать. Я лично руководствуюсь именно этим. Надо пересмотреть, как делает Огнян. И вот я вот именно с этой точки зрения. Не потому, что я прям так явно помню. Просто, что всегда начало одно и то же. Вот именно в процессе обучения. То есть у нас есть рефлекторий, у нас есть спинчик. У нас есть рефлекторий, у нас есть спинчик. Пошла техника дальше. Начинается со взбива. Возможно, из-за этого. Что, потеряйся, будем делать? На высокую. У нас сегодня чего так уже?
Давайте сделаем медленно, чтобы хотя бы ноги маленько запомнили. Ну и чтобы ваш партнер раз сделал шаг. Теперь опускается плечо, опускается колено, потом плечо. Вот ваша сторона. Возьмем Настюшку, она говорила нет. Для меня это лучшая фраза для выполнения. Теперь раз, шаг, колено, сгибай, стоп, остатку, колено, плечо, страховка, волшебник. Кто-то что-то мне показалось. Спасибо. Еще один вопрос. Байбазы, гокё. Смотрите, гокё всегда делается только ура. Там в чем проблема? Шаманучи. Ходите, да? Шаманучи. А шаманишь? Бихват руки. Чего они? Бихват руки на шаманучи. Или ты через них меня хотел спросить? Нет, нет. Жалею. Я отсюда. Шаманучи. Раз. Здесь у вас гокё, это когда рука вот в такое положение. То есть вот. Поэтому вам важно, как вы его правильно взяли? А вот теперь разворот. И вот отсюда уже. И потом уже. Да, когда вы его встретили, вот у вас рука. Почему опять же, почему я против и не я против, да, чтобы вы сразу хватали? Ну, потому что у вас есть возможность сразу взять гопкю. Шумен, гопкю. Как вы встретили, так у вас и гокё или гокё. Чё? Всё сдали? Мысленно. Почти. Ладно, заканчиваем. Всё? Заканчиваем. Так, сейчас надо нам маленько...